С этого года все социальные выплаты будут индексироваться один раз в год с 1 февраля и строго на размер инфляции за предыдущий год. Таким образом, установлен единый порядок увеличения социальных выплат. Так, с сегодняшнего дня выплаты и компенсации вырастут на 2,5%. Размер пособия увеличат героям Советского Союза и России, героям социалистического труда, полным кавалерам Ордена Славы, героям труда России и ветеранам. Кроме того, станут больше выплаты пострадавшим вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и других радиационных аварий, компенсации инвалидам на содержание и ветеринарное обслуживание собак-проводников. В этот перечень входят социальные пособия на погребение, единовременные выплаты людям, уволенным в связи с ликвидацией организации, а также беременным женам военнослужащих, проходящих военную службу по призыву и другие.